панель доступа. Песочие противозаконно. Ты... откуда вылез? Я смогу подключить глючку к панели доступа. Панель доступа. Панель доступа. А, привет. Значит, ты Ключка, а я Рэтчет. Ты уж извини за эту тряску. Все складывается не очень. И... если честно, сейчас вся надежда только на тебя. Спасибо. Рэтчет. Он вроде ничего. Ну что, сейчас удалим пару файликов, и все будет в полном ажуре. Thank you.
Получилось! С возвращением, ваше величайшее величество! Поехали! Какой еще пароль? Я император, да я сейчас разнесу тебя на куски. Ха-ха-ха-ха-ха. Вернись, гадкий Ломбакс! Потом, значит, этот измеренитель украл доктор Нефариус и перенес тебя сюда? И ты хочешь найти своего друга, который... О, какая удача, тоже Ломбакс, чтобы всех спасти. И вернуться. Ты меня что, за дурочку держишь? Смотри, я правда верю в твоего доктора Нефариуса, но это явно почерк императора. Спасите! Натали! Кто-нибудь! Морт! Что случилось? Ой-ой! Держись крепче! О-о-о. Берегись! А я что, по-твоему, делаю? Но куда ты меня несешь? Хотела отнести тебя в свое убежище. Но сначала поможем моим друзьям с гелатониевой фабрики.
Прямо над убежищем летает сканопендра. Давно я сюда не забиралась. Между нами и гелатониевой фабрикой целое кислотное болото. Кажется, этим жукам кислота совсем не помеха. Стрижукам-то? Да. И я сейчас одного оседлаю. Надо только подобраться. Рэтчет, меня слышно? О, беда. Видимо, коммуникатор сломался. Ну, конечно. Морты на гелатониевой фабрике. Мне нужно перебраться через болото. В прошлый раз у меня этого не было. А это потому, что я добавила нашего взаимного друга из Нефариус Сити. Ясно. Решайся, пока все не раскупили. Я смотрю, у тебя и открытые ячейки есть, и раритана хватает. Всегда рада помочь. Похоже, в пещере расположен источник пространственных искажений. Любопытно. Выходит, в твоей тоже есть разломные нити. Ну ладно, умник. Что это такое? Пространственный карман? Может, это результат воздействия измеренителя? Ну ты мастер сказки придумывать.
Линард, бот-помощник. Наверное, он случайно угодил в разлом. Вон он, стрижок. Нет, не прячься! Ударь по гнезду, он должен среагировать. Может, Мейнард отведет меня к Морту? Thank you.
теперь бы выбраться из этой кислоты. Давай, Мейнард, веди нас к Мортам! Прошу, осторожнее. Я просила не говорить мне под руку. Back!
это гелатониевая фабрика. Держитесь, Морты. Ломбокс и его ручной робот все равно будут наши. Как ты не упрямься, комок шерсти? У тебя есть 9,5 секунд, чтобы сказать, где они. Раз. Подожди-ка. Видишь, они ищут Рэтчета. Я тебе не вру. Мне все равно. Там мои друзья. Эй, я знаю, где вы можете найти Ломбокса. И она здорово дерется. Откуда эти тупицы тут взялись? Возможно, их тоже засосало в пространственную воронку. Ребята ищут Ломбокса, мы перепугались за тебя. А тут раз, и ты сама нас выручаешь. Стоп, а где остальные? Ну, несколько мортов застряли вон в той ерундовине. Не знаю, что это, но она все растет в размерах. А еще у нас появился новый сосед. В общем, забот полно. Не волнуйся, я с этим разберусь. А, и чтобы вы пока не сидели без дела, нашла у Зурки. Теперь Морт сможет починить свой корабль. Зурки? Эти пираты часом к тебе не приставали? Так, совсем чуток. Отдай тогда Морту сама, как вытащишь ее из той фиолетовой дряни. Да-да, славно. Thank you.
выходит. Попробуй достучаться до них с помощью рикошет! Нажмите на спусковой крючок, чтобы поразить врага! Ай-яй-яй! А затем снаряд зависает рядом с целью! Что же дальше? Нажмите на крючок, чтобы поразить цель снова! И снова! И снова! Бери, бери. Тебе ведь хочется. Это стоящая вещь! Дурашка, у тебя ведь такой уже есть. Скучать, дружочек. Ясно. Не входить. Поняла. Можно я взгляну? Мне уже приходилось иметь дело с аномалиями. Я... Валяй. Приветствую! Здравствуй! Как ты сюда попал? А куда конкретно? Сюда. А, ты не знаешь, но... Я тоже нет. Кажется, это пространство между измерениями. Может, так и надо. А может, это каскадный энтропийный разрыв, который превратит Вселенную в бесформенный суп. Время покажет. Оу, беда. Что ж, я Кланг. Позволь, я помогу. Ага, да, Кланг. Я всевидящий космопророк межпространственного сектора 2255 фаза Омега. Зови меня Гэри. Вот, нашел Кланг. Боевой робот. Примкнул к Ломбаксу. Стал героем. Молодец. Друг моего отца. Ясно. Твоего отца? Может, как раз тебя-то я и ждал. Ты не поможешь мне восстановить измерение? Ты знаешь, как починить измерение? И почему тут разгуливают мои копии? Это твои возможности. Ключ к починке аномалии. Но сперва подбери-ка эту сферу. Сфера легкости. Она уменьшает гравитацию для всего, чего касается. Похоже, это твои возможности не дают аномалии схлопнуться. Они выглядят как ты, потому что так ты воспринимаешь многомерность. Но сам видишь, они сбились с пути. Доведи их до мета-терминала, и ты сможешь запустить процесс восстановления. Теперь войди в мета-терминал. И еще на шаг приблизишься к починке пространственной аномалии. Кажется, я начинаю понимать, что к чему. Многомерно выражаясь. Сфера скорости. Самое то для разгона. Я думаю, если двигаться чуть быстрее, барьер не устоит.
А ты тоже живешь на Саргассе? Нет, я с Савали. Я проводил изыскания в архиве, в величайшем хранилище знаний об измерениях. Это устройство может перенаправить возможности. Как мне его активировать? Превосходно! Ты словно создан для этого, Кланг. Я умеренно оптимистичен. Я чувствую, что с каждой разгадкой усваиваю что-то, но не могу объяснить, что именно. Слова придут к тебе, когда ты будешь готов. А теперь отведи возможности к последнему метатерминалу. Не хочу тебя тревожить, но на кон поставлено многое. Да, очень многое. Если устранить аномалию, это исправит весь урон, причиненный измерению. О, нет! Аномалии распространяются слишком быстро. Я боюсь, надвигается настоящий катаклизм, и предотвратить его может только то, с чего все и началось. Измеренитель? Он самый! Но если восстановление аномалий помогло тебе постичь многомерность, скоро ты придумаешь, как нас спасти. Я надеюсь. Не знаю, справлюсь ли я с этими задачами. Почему ты так говоришь? Времена моих геройских подвигов давно прошли. И учитывая, как все в итоге вышло с измеренителем, я беспокоюсь. Во времена больших тревог, то есть каждый день моей жизни, я исхожу из принципа потихоньку, шаг за шагом. Не надо забегать вперед. Это важный шаг на пути к предотвращению пространственного катаклизма. Слушай, Морт, вам с Мортом и Мортом лучше спрятать лимонад подальше от Морта. Ого! Ты их спас! Как же ты сумел? Я не знаю. Ой, Ривет, как ты поживаешь? Кого я вижу? Ты не представляешь, что было. Сегодня у меня все пошло наперекосяк. Я разбила корабли. Не беда. С этим тебе поможет Морт. Ну, при условии, что ты достала ту деталь. Я приведу эту старушку в порядок. Вот опусти мост, и я отведу тебя в свое убежище. А что мы там будем делать? Скоро сам все узнаешь. Следующая остановка – убежище. Только надо как-то...
спустить мост. А у тебя хватит боеприпасов? Как-нибудь переберусь. Моя штука в перчатке может воздействовать на разлом. Разломная нить, да. Целься в разлом. Ух ты! А весело! Эти забияки, а за убежище не беспокойся. Что осталось? Ну, мост, ты серьезно?
на ту сторону. Я, наверное, об этом пожалею, но как насчет стрижука? А что стрижук? Милые, но это их привычка все подряд подключать к нажимным замкам. Yeah.
блестит. Если бы только была связь с Рэтчетом. Дом, милый дом. Почему ты мне не доверяешь? Слушай, я роботов не жалую. Особенно, если они рвут мою галактику на куски. Я не рву. Я хотел помочь Рэтчету найти других ломбоксов. Скоро мы узнаем правду. Вот просканирую тебя и этого инфобота в Нефариус-Сити. Сколько взрывчатки! Надо поаккуратнее. Добрались.
Это совершенно излишне. Значит, ты мне не врал. Как я и говорил, неоднократно. Твой Нефариус очень похож на моего. И такой же злой. А этот Ломбакс... Это прозвучит дико, но... Кажется, он твой аналог из нашего измерения. Типа того. Короче, что бы это ни было, мы все исправим. Мы? Но ты вроде не жалуешь роботов. Не всех, конечно, только многих. Ну, императора, его приспешников, пиратов. Да, я понимаю иронию. Оу, прошу прощения. Я не хотел, Тебе стыдно? Это же я только что влезла к тебе в мозги. Стабилизатор с конопендрой расположен у нее на спине. Если залезть туда и врезать по нему, она рухнет. До стабилизатора нужно запрыгнуть ей на спину.
практически гарантированно. Ну давай. Ты спасла меня. Спасибо. Ну, что ж, у нас еще остались дела. О, а может, Морт починила корабль? Поставлю тебе усилитель сигнала, чтобы коммуникатор смог пробиться. Это было бы чудесно. Ха, это еще что? Вот вытащим данные из этого инфобота. Ждет тебя! Морт, ты его починила! Спасибо! Ты готов? Безусловно. Последний раз, когда мы пускали фейерверки в честь отъезда Морта. Но тех хватало часов на пять. Да. Веселая была пара деньков.
состоит больше обычного. Сезон гнездования в этом году наступил раньше срока. Может, что-нибудь сказать им? Стрижукам? И что же? Ну, оставите им записку. Сбавьте обороты. Я не положить бутылочку дело так. А что? Это мысль. Я думаю, они пойдут. Ко мне и спрашивает, как расположить шестерни в кости. Что это ему в голову забрело? Ну, вот и я.